Сегодня в Минске подвели итоги республиканского марафона «Бегущие города» проекта «Велком бегом». Это благотворительная акция от компании «Велком». Ее суть – помощь детям. Для участия достаточно было просто пробежать и зафиксировать результаты в гаджете. Грандиозный марафон длиной в 42 дня объединил более 5000 участников и более 30 стран, опокоренные общими усилиями. Километры в переводе на средства организаторы перечислят на счет детских оздоровительных учреждений реабилитации во всех областях Беларуси. 30 тысяч белорусских рублей отправляются в Гомельскую область. Детское медицинское реабилитационное учреждение, которое располагается на территории этой области, получает 30 тысяч белорусских рублей от компании «Велком». 35 тысяч белорусских рублей – это те денежные средства, которые отправляются в Брестскую область. И, наконец, победитель нашего, нашей акции «Бегущие города», «Велком бегом» – это Гродненская область. 40 тысяч рублей. Всего спортсмены-любители набегали на 165 тысяч рублей. От Беларуси до США. В помощь детским лечебным и реабилитационным учреждениям бежали любители спорта в России, Польше, Беларуси и Бразилии. А самую длинную дистанцию покорил Петр Рогойша. Он принес в общую копилку 108 километров добра. Просто радость. Радость, удивление приятное вот такое вот. Здорово. Значит, о том, что есть такая акция, слышат во всех странах и хотят помочь детям во всех странах. Все ждут моего звонка, все ждут, когда я позвоню и скажу, какое же место. И я представляю, как вот, когда я сейчас позвоню и скажу, мы лучшие. Акцию «Велком бегом» мобильный оператор провел четвертый раз, и впервые участники бежали целыми городами. Очередной старт не за горами, и в новом сезоне обещают новый марафон добра. Так что можно уже начинать разминаться.